Следующий танк с этапа киберкустовый. М5А1. Самый крутой Стюарт. Отличный подвижный танк, поворотливый, с крутящейся башней и скорострельной стабилизированной пушкой. Танк разрывает все тайминги, и киберкустование на нем само удовольствие. Причем как в топе, так и внизу списка. Можно всегда прорывать фланги и в случае чего кидать разведку. Броня, кстати, есть, но только в маске. Все остальное на удачу рикошета и приведенки. Обязательно его берем. Без флангования ни один еще International не брался.